Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Toshiba. И сейчас я покажу вам, как перейти в безопасный режим. Итак, для этого мы зажимаем кнопочку питания. И теперь зажимаем отключить питание. И нажимаем ОК. Теперь в левом нижнем углу мы видим надпись «Безопасный режим». Это означает, что мы в нем. А для того, чтобы из него выйти, нам нужно перезагрузить наше устройство, то есть выключаем его. И потом включаем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.